обязанность это вручить это самое документы. Могу сказать, что это самое не все кандидаты потому что нет фотографий, но фотографии на удостоверение мы смогли все-таки сделать. Мы начнем это самое с молодежи. Это самое. Шуб Илья Аркадьевич выполнил первый разряд. С чем мы его и поздравляем. Еще помимо него в этом году это самое выполнил первый разряд Николаев, но Антон, но почему-то так получается, что он очень занят и так он не смог мне не представить никаких документов. Это единственный, кто не был оформлен. Следующий, о ком мы уже говорили, кандидат мастера спорта стал Докучаев Олег. Он первые места занимал и здесь, и там, и в Он большой поздравляет. Когда он красивую фотографию принесет, мы ему корочки тоже сделаем. Должен загонять. Значит, я с удовольствием вручаю звание кандидата мастера спорта Нахаеву Игорю. Он выступил. В прошлом году он выполнил первый разряд. В этом году, в прошедшем году он выполняет кандидата в мастера спорта. Если так дело пойдет, то... Ну, значит, ему можно много... сэкономить, у меня уже есть. В этом мы ему дважды уже вручаем. Уже вручаем. Нормально. С удовольствием поздравляю Бойцова Игоря, который выполнил матч кандидата в мастера спорта. И мы надеемся, что он и дальше будет повышать свое спортивное. Отсутствует, может быть, подъедет, обещал, из Кириши Рыжков. Ефименков и мы, значит, для передачи удостоверения товарища Юрия Баранкевича, мы ему полностью все оформили, мы передаем тренеру Баранкевича, Смирнова. Мне хочется с удовольствием поздравить конкретно самого Смирнова еще и с тем. Практически почти все выполнившие спортивные звания воспитанники молодого тренера Смирнова. Еще хочу, вообще говоря, надо было с этого начинать. И мы как-то, я считаю так, что любое наше мероприятие мы должны начинать с минуты молчания тех ребят, которые у нас погибли. Поэтому я предлагаю почтить память трех наших спортсменов. Володя Синегубова, вот Юрия Баранкевича мы как бы отдаем документы, он тоже погиб в этом году. И Бориса Щенникова. Следующий вопрос, который мы должны обсудить, это настроились на такой лад. Значит, в Москве прошла отчетно-выборная конференция. Уже самая отчетно-выборная конференция в Новороссийске. Мы будем избирать будем председателя комиссии, секретаря и всю комиссию. Поэтому я предлагаю сегодня избрать делегатов, потому что как бы памятуя о том, что вот не очень правильно прошла конференция в Москве, а мы, так сказать, вот сделаем как полагается. То есть мы должны делегировать своих спортсменов с правом там решающего голоса именно на конференции, почему мы вас и собрали как руководители. Поэтому, значит, вот первый вопрос из всех присутствующих, которые здесь есть, кто поедет в Новороссийск? Прошу поднять Кота. Кота какая, кстати, как бы он награждается серебряным кубком. Значит, тут написано так. Владимиру Докучаеву, лучшему подводному охотнику России 2002 года от Федерации подводной стрельбы. Я предлагаю. Его награждается еще... Пока давно не выпил. Золотым подводником. Да. Смотри, сейчас загорится.
Традиции, традиции, они заключаются в следующем. Серебра 900 пробы и позолочен 900 настоящим золотом. Поэтому, если его опустить в бокал с вином, то ничего, пожалуйста, вино не будет. Горит? Это специальное горючее сосиски. Две минуты закусить. Потом будет следующий год. Даю ему выпить. Чисто. За Игоря Баврина! Ура! Ура! Да. Игорь, сразу не пей, подожди, все должны чокнуться. Почему залежи? У нас руки длинные, но до тебя дотянуться не можем, поэтому через весь стол. Ну понял, да, руки у них длинные. А что тебе пошло? Воды. Воды. Да водки наливаем. Сока какого-нибудь. Не сока. Подумай. Ну, кабарне. Ну, давай, налей еще. От вина еще хуже запах. Который недавно приехал из Москвы. И привез этот предмет, по поводу которого он хочет выступить. Добрый вечер еще раз. Да, с вами, со всеми. Все, что мы здесь отмечаем, это все очень хорошо, но в ваших рядах есть человек звездный, который достоин награды не только Конфедерации подводной деятельности или Федерации подводной охоты города Санкт-Петербурга. И вот по поручению Госкомспорта России я эту награду, мастер спорта России, это звезда среди ваших всех, вручаю Шелагину Алексею. И как обычно, все звезды, естественно, потому что они звезды местного значения, а вы российского. Все, значок сам по себе обмывается только воском. Поэтому даже невзирая на то, что вы за рулем сегодня, вам придется эту экзекуцию выполнить над собой. Наконец-то, Леха! Пожалуйста. Спасибо. Ты спешил. Леха. А как же? Леша, Леша. Налили, а мы не верим. Леха, успехов. Здравствуют три самых главных киллера Санкт-Петербурга. Убивают рыбного киллера. Ой, Лешечка, как здорово. Леха, на международного нальем полный. Тогда уже не уедет, конечно. Это особенно значительно для нашей федерации, что вы вдумаетесь, в 92-м году последний раз выполнял мастера спорта Смирнов. Два года оформлялись документы, в 2001 году следующий еще. Четыре года оформлялись документы. Сейчас движение вперед. Прогресс. Всего два года назад выполнил норматив. Да я не тебя, но отстань. Я между вами. Вы не волнуйтесь. Я слышал, Анатолий вам взялся за это. Иришка уже намекает. Мужчины. Иришка уже держит. У нас мужчин много, которые садятся. Да, вот с нами стоит наш любимый. Такой все умеющий делать, все везде помогающий. Ну, это вообще глаза идеал. Глаза Вова, выйди, Вова. Нет, еще скажи. Хватит. Он умеет готовить, он умеет в магазин ходить. Можно я за него поцелую? Он все тяжести всегда. Душа команды. Он команду не подведет. По-моему, порядочнее вообще обязательно человека я не знала, не встречала. Да. А мы все.
Россия, поздравляем вас. Письменно все это. Да. За Штейна надо выпить. Срочно выпить. Виталий. Виталий, ты же секретарь наш. Надо официальный документ.